здравствуйте. Сейчас мы пообщаемся с представителем команды «Шато де Луи» Леонидом Малиновским. Леонид, здравствуйте. Поздравляю вас с победой. Довольны результатом? Спасибо, да. Результатом, конечно, довольны. Игра была тяжелая. Хотелось бы, в первую очередь, поблагодарить соперника. Они сегодня вышли без замен. То есть молодцы, они проявили большой героизм. Им, конечно, большое спасибо. Ну и я считаю, у нас тоже, в принципе, все получилось. Результат, игра была на результат, но он у нас получился. Спасибо всем. В следующем сезоне будете продолжать принимать участие в бизнес-лиге? Конечно. Мы уже на протяжении, наверное, 8 лет участвуем в бизнес-лиге. Бывает, что меняется название, но как бы всегда принимаем участие. Команда останется в том же составе или, возможно, будут какие-то изменения игроков? Практически буквально, может быть, пару человек может уйти. Так у нас этот состав уже на протяжении этих же лет также остается неизменным. Понятно, что молодежь немножко вытесняет. А так, в принципе, все те же самые ребята. Коллектив есть. Леонид, расскажите про себя, где вы начинали играть в футбол и как пришли именно в мини-футбол? Абсолютно любительский уровень, просто, как говорится, группа здоровья, ребята пригласили. И вот с этих пор как бы мы все вот так и занимаемся. То есть на профессиональном уровне я не играл. Дома родные и близкие мирятся с вашим увлечением? Не говорят, что, мол, хватит футбола, нужно проводить больше времени дома с семьей? Они понимают ситуацию и не задают лишних вопросов. Приходят болеть за вас? Не всегда, но бывает. Как получается? Если нет, то даже поддерживают дома. Есть желание принять летом участие в турнире по пляжному футболу? Ну, мы, наверное, больше будем участвовать в ветеранском футболе. Пляжный, наверное, все-таки нет. А летом вы продолжите тренироваться, чтобы осенью, ну, в достойной форме встретить начало турнира? Конечно, а как же, останавливаться нельзя. Все время надо поддерживать форму. Ну что ж, Леонид, спасибо большое за интервью. Я желаю вашей команде в следующем сезоне выступить не менее удачно, а возможно показать даже еще более лучший результат. Спасибо вам большое. Всего доброго. А мы продолжаем следить за финалами турнира.